D, B, C. Здесь вот какая-то там точка K. Здесь какая-то точка E. Известно, что ABCD квадрат. И известно, что CK равен отрезку EA. Спрашивают величину угла BEK. Хорошо. CK равно AE. Просят найти величину угла BEK. 45 градусов. Ну, замечательно, докажите. Ну, проведем БК. Тогда вот здесь 90 градусов, потому что мы здесь на один тот же угол сместили. Да. Повернули. Не сместили, так, а повернули. Да. Ну, вот БК равно БЕ. Да. Ну, следовательно, этот угол, этот треугольник прямоугольный, равномерный. Значит, здесь 60 градусов. Из-за того, что мы совершили поворот на некоторый угол, ну, то есть, на самом деле, это называется, конечно, не поворот, а поворотная гомотезия. То есть мы эту точку С поворачиваем и немножко удлиняем. Вот. Ну, проще, наверное, без поворота говорить, просто у нас здесь конкурентные треугольники. Вот этот треугольник BCK и треугольник BAE конкурентные, поэтому эти отрезки равны, и здесь будет 90. Отлично. Все поняли? Да. Все поняли? Замечательно.